Всем привет! Это такой социальный ролик о том, работает ли Мега. Мега действительно открылась, хоть и не все магазины. Сейчас суббота. И это ролик о раздельном сборе мусора. Сейчас я проверю, можно ли посетить Мегу, можно ли сдать мусор. Итак, мы видим парковку Мега, суббота, 11 утра. 11 утра, и вот здесь вот мы посмотрим сейчас парковочку. Я вижу, машинки уже есть. То есть в период самоизоляции машинок на парковках здесь не было. Сейчас они есть, я объеду, небольшой кружочек сделаю и подъеду к раздельному сбору мусора. Так, вот здесь мы повернем. Мы находимся на Меге Парнас. Я не проверяла, но знаю, что открыта часть магазинов и закрыты кафе и детские площадки. Машины есть, машин много, но и для субботы очень много свободных мест. Вы видите зеленые лампочки, они давно уже обозначают свободные места на парковке. Синяя лампочка, если честно, не знаю, что обозначает. Красная занята. Вот много свободных мест. Значит, люди не спешат бежать еще. Что же это за синие, не пойму. А, синие для инвалидов. Синяя лампочка для инвалидов. Вот, стало понятно. Синяя лампочка для инвалидов. Так, осталось мне отсюда выехать и подъехать к пункту раздельного сбора мусора. Удивительно, пару месяцев я тут не была и заблудилась на парковке. Пришлось покрутиться. Так, справа от нас пункт раздельного сбора мусора. Куда можно сдавать, я уже вижу. Ура-ура. Он открыт. Банки пластиковые, но их кое-где можно и во дворе у себя сдать. Но самое главное, это железные банки, тетрапаки, картон. Сейчас подойду поближе. Все работает. Можно сдавать мусор. Тарарарам-пам-пам. Ну что, период самоизоляции хоть и не закончился там официально, не знаю, что-то открылось, что-то закрылось, но пункт приема мусора на Меге Парнас открыт. Ура, мы разгребем кладовочку. Всем спасибо. Всех люблю, всех целую. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, пересылайте друзьям и вывозите раздельно мусор. Пока-пока.